Так, все, проснулись. Так, что нам надо? Нам надо уголь. Нам надо уголь. А уголь надо найти. О, эти, как их называют, господи, монстры. Монстры, монстры. Сейчас мы что-нибудь с монстром заберем, пока они помирать будут. Я даже помогу одному. Блищ. О, хавчик. Хавчик, хавчик, хавчик. Вот там этот лучкарь. Еще один готов. Цветочки. Так, ну по идее, если мне не изменяет память. О, крипер, мне не изменяет память. И что, взорвать? Взрывайте. Бу-бу. Эпично, очень эпично. Для первого дня, я думаю, нормально. А, стоп, уже второй день, да. Вон, я думаю, вон там будет уголь, по-любому. Ну, потому что это гора. По-любому на ней будет уголь. Водичка, водичка, вода. Бежит на меня, на меня. Пыдыщ, пыдыщ, иди ко мне, пига. Пик-пик. Хрю-хрю. Давай, быстрей. Сколько раз надо? Два раза? Ничего не дал. Фигово. Без хавчика-то фигово. Умереть можно. Подыщ, тут байщ, садайщ. Странно, ничего не дали. Засранцы. Так, что тут у нас? Дерево нам не нужно сейчас, хотя дерево никогда дерево не помешает этой игре, я думаю. Не думаю, а так и есть. Да замолчите вы, господи. Пипец. Сколько здесь? Когда овцы нужны, их никогда нет. Вот сейчас не нужны и миллион овец. О, кстати. А, не. А то бывают такие глюки, что они крутятся вокруг себя, как дурачки. Крутись. Крутись, овца. Овца, крутись. Тупая овца. Ну ладно. Так, где я? Я так думаю, вон там. Ой, даже не знаю, наверное, придется мне брать все манатки и искать пещеру. Да, так мы и сделаем. Вон там что-то видно, но фиг его знает, что там может быть. Так мы и сделаем, сейчас возьмем все манатки. Ну и, в общем, двинемся в другое место. Блин, долго плавает. Были бы эти ласты какие-нибудь, не знаю, что такое. Это без ласт фигово. Бегаешь полгода, ищешь что-то. Ну а что поделать? Как говорится, работа наша такая. Что это такое? Глюк. Еще один глюк. Много глюков в игре. Но от этого игра хуже не... Ну, лучше... Господи. Сейчас скажу неправильно. Глюки не мешают игровому процессу, ну, такие маленькие, ну, вы поняли. В общем, так. В общем, мы это все сносим. И идем навстречу новой хате. Найдем сейчас новую хату. Ну, и будем жить в новой хате. Хе-хе, логично. Так. Куда пойти? Налево, направо, джунгли. Пойдем в ту сторону. Я думаю, там точно что-то будет интересное. Что-то я бегаю туда-сюда, дурачок. Если бы хату найти, я бегаю, 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 бегаю. Опять на этом месте. Ну, побежали туда и все. Все, покидаем джунгли. Джунгли пока. Будем сейчас жить в нормальном лесу будем жить, в общем. Да. О, по-моему, вот. Ура, пещера, зомби. Зомби и уголь. Ребята, уголь. Любимый уголь. Сейчас мы сделаем себе факелки. Фух, слава богу. И далеко убегать не пришлось, кстати.
в общем-то. Но я думаю, не буду здесь оставаться. Чисто только ради угля. Так. Ой-ой, глюки. Не обращайте внимания, это у меня. Это не у вас. Ой-ой, опять люки. Это не у вас, это у меня. Опять люки. Мне нравится, я остановлю видео, чтобы не глючило. Так, ну я вернулся. Лаги вроде прошли. Продолжим. Так, ясность на том. Так, надо уголь докопать. Докопаем сейчас уголь. Ну, пещера вроде неплохая, думаю, на ней остановлюсь, да. Выберу, как говорится, поставлю дом. Изучу ее. Вот, видно, что здесь очень много, походу, будет этого. Как его называют? Металла. С металлом мы разберемся. Так. Туда я пока не пойду. Ну, хотя можно факел поставить где-нибудь здесь. Да. Вот где-нибудь. Да, пещера глубокая. Так, в общем, поднимемся пока наверх. Ну, я думаю, надо будет уже на этом заканчивать, потому что не буду пока первую серию большой делать. Ну, фиг его знает, может, никому не понравится. Но я вообще не буду это снимать. Так, значит, еще. В общем, для начала очень много металла, я вижу. Сейчас мы сделаем так. Ну да. Сделаем мы, значит, здесь. Здесь мы сделаем домик. Где-нибудь. Ой, фу, блин, я думаю, сейчас упаду. Так, где-нибудь вот здесь. Сейчас я быстренько выкопаю ямку. Ой, ямку. Еще, господи, сколько здесь металла. Не очень люблю, когда сразу много всего. Когда. Как-то слишком быстро вот игра идет. Да. Тупо сказал, ну ладно. Так, вот так сделаем. Так, поставим здесь, ну, как обычно. Сюда верстачок. Сюда вот это. Сундучок. Так, это сюда. Сюда. И это тоже пока нам не нужно, это не нужно. Так. Поставим. Нужно, наверное, ну, я думаю, для начала металл. Так, теперь мы поставим вот это. Так. Так, возьмем это. Ну, чтобы для быстрого процесса. Так, надо покушать. Для быстрого процесса, я думаю, мы еще вот это сразу, чтобы можно было говядинку пожарить. Говядинку, мясо. И скушать. Так, надо поставить постельку. Я пока не буду сильно разэтоваться. Вот так сделаю, да. О, уже как раз ночь. Главное, чтобы сейчас монстр не появился, а то я забыл дверь закрыть. Может быть опасно. Не, все нормально? Все нормально. Так, сделаем дверцу. Поставим дверцу. Так, 6 штук, 6 досочек. Дверку поставим. Ну, и для начала я думаю, что. В общем, неплохой домик получился. Так, 1, 2, 4, 5. Нормально. Сюда тоже можно факелок. Так, ну, в общем, пещера, что тут у нас в начале. Давайте глянем по-быстрому. Добородней пока ничего. Этот, как его называют, господи. Боюсь. Фак. О, этот. Не помню, как его зовут. Гаст. Не Гаст. Эндермен, вспомнил. Эндермен, походу он меня не взлюбил. Так, у меня нету оружия. Оружие это плохо. Сделаем так. Где ты, урод? На. Такие звуки смешные. Пуф, как будто бы пердит. Бу-бух. Так. Готов. Да, конечно, звуки от него страшные. По-моему, он больше меня напугал звуками. Нет, когда он бежал за мной, это было эпично, конечно. Так. Хавчик. Металл. Ну, я думаю, сразу сделаем ведерце. Положим его сюда. Так. А где эта фигня? Подожди. А, вот. Сырая курица. Сырую курицу сейчас... Так, нам надо еще угля. Угля. Так, нам... Так, мы ушли, тут нас эндермен спугнул. Ага, вот. Сейчас вот эту фигнюшку возьмем. О, еще. Как много угля. Так,
Пойдем вниз, пойдем вниз. Так, по-моему, уже надо закругляться. Ой-ой-ой, крипер, крипер. Не-не-не, бэ-бэ-бэ. Эпично, очень эпично. Вообще, криперы удобно взрываются, когда, допустим, рядом эти... Ой, рядом ресурсы, чтобы самому не копать постараться, ну, долго. Можно этих криперов заманивать, чтобы они взрывали. Ну, это, я думаю, будет дольше заманивать, так что если только по удаче повезет, что он попадется рядом. Ну, вроде, для начала, я думаю, очень даже неплохо угля. Да и пещерка неплохая. Я думаю, мы ее всю изучим, раскопаем. Ну, а потом уже будет видно, что делать дальше. Так, пойдем ниже. Так, по-моему, там уже лава. Ну, можно глянуть. Пожалуй, глянем, что там у нас. Вот я не люблю копать. Так, что у нас там такое? Лава. Ой-о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 й. На! Застранись, лучник. Лучник-хуючник. Ой, матюкаться нельзя. Матюкаться нельзя. Гори в аду. Что у нас там? Ну, у нас там ничего хорошего, так что... Так, а там что? Ну, в общем, пещера хорошая. Пещера большая. Пещера с монстрами. Ну, я думаю, здесь даже обустроиться будет хорошо, что-нибудь построить. Вот я этого не знаю. О, надо увеличить яркость, чтобы... А то я забыл яркость здесь побольше. Ну, чтобы было видно. Потому что, когда запись идет, я вижу, что это. А когда смотришь на ютубе, по-моему, там плохо видно. Так, выше, выше. Да прыгай, что ж ты так долго прыгаешь? Прыг, прыг. Прыг, скок. Обвалился потолок. Да, очень, очень, конечно, я сказал, круто. Так, косточки у нас. О, косточка есть. Так, о, а что у нас наверху? Давай глянь, давайте глянем. Заход у нас. В общем, будем убивать пигов. О, сразу две мяса дали. Очень даже полезно. Укрепляет здоровье пик. Пик-пик-пик. 4. Шикарно вообще. Бегать далеко не надо. Иди сюда. 6. Нормально. Сейчас мы ее завалим в печку. Печечка все сделает. А потом похаваем. Так, где вход в пещеру? Вот он, раз. Вон он, два. Это, по-моему, удобный вход. Ну, хотя, ну да, нормально. Так, зайдем. Закроем дверь. Ну, тут уже готово. Так, в общем, сюда вот так. Надо, наверное, сделать эти факела. Тут факелов что-то мало. 9-9. 9, это нормально. Так, пока сюда уберем. Что еще? Наверное, вот это уберем и вот это уберем. Та это тоже пока не нужна. Та это тоже не нужно. О, тут еще металл. Металл еще, это хорошо. Мясо. Жареная свинина. Стейк. Стейк вкуснее, он больше, по-моему, жизни дает. Так, ну, я думаю, мы будем... Так, пора, наверное, закругляться. Ну, спасибо, что смотрели меня. Если вам понравилось, ставьте лайк. Ну, а если не понравилось, ставьте дизлайк и пошлите меня куда подальше. Всем удачи, с вами был Звега Мага. Всего хорошего, пока.